Доброго здоровья всем. Вот вентиляция у меня будет принудительная везде с помощью вентиляторов, а решил я через диммер пустить как бы. Но идея не очень, конечно, как бы получается в итоге-то. Посмотрите, она вот до конца включена, да? Теперь совсем немножко работает как бы положение. Ну вот так можно убавить как бы. И вот совсем вот гудение все равно идет от моторчика, какое-то, блин. И все, вот он уже не работает как бы, но внутри слышно, что он как бы это что-то пытается там. И получается где-то почти в конце только включается, как бы получается. Вот фигня, короче. Вот на полную. Вот убавил чуть-чуть, вот еще чуть-чуть, вот он крутит немножко совсем. Соответственно, тут вообще ничего практически не дует. Смысла, наверное, нет, короче, через диммер пускать. Вот он, а еще до конца почти целый круг получается. Не круг, а ну, сейчас я покажу до щелчка. О, такая фигня, короче. Всего доброго.